Всем привет, меня зовут Саша, и со мной сегодня Аня и Ангелина. И мы сегодня снимаем челлендж «Угадай песню». Суть этого челленджа заключается в том, что мы будем включать минуса и будем отгадывать песни. Кто больше всего угадает, тот и выиграл. Так что давайте начинать. Хорошо, ребята, у меня очень сложные песни. Нам же можно... Я больше не буду с тобой. Я больше не буду с тобой. Ты что? Да, с языка сняла. Все, давайте дальше. Так, тихо. Тихо. А не Лорак? Это. Ну это не Йосни Лорак. Нет. Там. Только не плачь, Ангелина. Ой, сейчас я не знаю этой песни, реально. Знаете. Это Ани Лорак? Я уже угадала, потому что я сказала Ани Лорак. Боже, как она называется? Там еще пацан разбивался в клипе. А я не смотрела. А кто из вас угадал? Два Романовского кейса. Романовская выиграла? Молодец, Романовская. Ура! I'm a champion! Блин, я проиграла, 100%. Что за слово «бобруз»? Тише, детка. Бобровская. Почему? Ничего не знаю. Тихо, дай мне. Я не знаю, как это называется. Это английская? Черный, который поет. Блин, мы договорились. Который поет. This is a high school. Только я не знаю, как его зовут, и не знаю, как называется эта песня. Окей? Можно мне это зачитать? Хорошо, это Bruno Mars и Bill Ray. Точно, Bruno Mars. Блин, я даже не пыталась. Вы знаете эту песню? Что происходит? Вам уже подсказка. Тут даже Бэгги. Как песня называется? Она вернется. Она вернется. Три. Я не знаю их песен. Я знаю, что там киосы. Давай, включай. Рябовская. Она услышит, она вернется. Тихо, сейчас слушаем песню. Слушайте. Кольцо на пальчик. Рябовская, где эта песня была? Тихо. Ранетки? Песня. Ранетки? Я угадала. Подожди. Не ангелы. Нет. Да блин, мы ранетки? Да. Я знаю, песня только «Мы ранетки!» Ты это тоже нужно знать. Блин, грибов. Да забей, мы не знаем, это ранетки. Ну все, опять эта песня, это все о ней. Это все о ней. О нем. А что точно, там да. случилось? Четыре. Ты здесь ни при чем. Четыре. Слушай, просто мы проиграли. Грибовская, дай 5. Ну хоть это мы давай, должны вот знать. Оп. Сейчас я пойду. Это Maroon 5. Блин, это не русская? Да, сейчас, как называется? Sugar. Да, русская молодец. Окей, 1 балл у меня. Рябовская просто слушает один русский рэп. Мне Ставаш рассказала по секрету. Yeah. Про Куханью, про любовь. А, это в КМК я слышала. Так, окей. Русская? Да. Виагра! Как называется? Виагра! Блин. Я не знаю их песни. Ну как? Ангелишка. У меня появился У меня появился другой. Опять я у нее балл. 5 баллов. У меня появился другой.
я тебе намекала. Это вообще не то. Сольный концерт Ангелины Романовской. Давайте, давайте опять такие песни. Саша, что это такое? Тихо, Саша. Вы знаете, это не русский рэп. Вы знаете эту песню. Вы знаете точно. О май гад. Это песня, которую я слышала раньше. Давай, Ангелина, вот ты знаешь эту песню. Серьезно? Нет, что-то знакомое. Вы знаете. Песня! Это куплет, не припев. Вы знаете. Ты сказала... Легкие песни. Это песня. Вы раньше эту песню слушали. Точно. Вы смотрели фабрику? Да. Это Шуринс? Нет. Там дара. Очень белый. Да. Матиас? Нет. Матиас, он Матиас. Бар? Нет. Не барский. Ева Пушмина? Нет. Ерика? Ерика. Ерика? Ну, давай, вы знаете. Это с фабрики звезд. Это Найди меня на звездном берегу. Вы знаете, кто это поет? Братья Борисенко. Йоу! Знаете? Да! Давай, Ангелин, давай. Блин, я знаю. Кто это поет? Я вообще не запоминаю имена, в принципе. Я тоже не знаю. Хотя я, в принципе, не запоминаю название песни. Песни, тем более. Да, ремонт! Спасибо! Нет! Угадайте. Мы не знаем, реально, я не смогу угадать. Разве что Шазам включить. Знаете? Кстати, есть. Включи, я сейчас. I'm wrong. Давай, добро, скажи. Так она уже сказала, как песня называется. I'm wrong. Белая стрекоза любила! Два! Наконец! Что-то я начинаю продувать, девочки. У меня вообще один балл, окей? Тихо. Вы знаете. Что? Да вы знаете. Ты знаешь. Как можно понять по гитаре, что это за песня? Понятно. Смотрите, какой классный розовый джип. Класс. Посмотри, какой классный мальчик. Окей, я сдаюсь сразу. Ты не знаешь? Тоже сдаешься? А, это Козловский. Нет. Я пятница. Я солдат. А, я солдат. Недоношенный ребенок. У меня в школе просто все по этой песне. Рябовская. Да вы знаете эту песню. Я знаю эту песню, просто я немного тупую. Иногда. У меня еще две супер классных песни. Мне тоже. Романовская, все тебя ждут. Сорян. Ну, Бобровская, это я тебя пощадила. Поверь мне. Это Витамикс Салют. Нет. Ой, боже, Салют на Мэджик, да? Ей, я тебя пощадила. О, боже. Я что-то знакомая. Да это, блин, я еду в машине. Нет, вот это. Нет, вообще-то. Как я поняла, про что ты. Серебро? Нет. Это очень известная. Блин, это известная песня. О, боже, какой мужчина. Я хочу от тебя сына все. Блин, да. Отстань. И как раз. Шесть. Да, я молодец. Блин. Опять. Я вообще так с ней играть не буду. Она просто выклюет. Вы знаете все. Вы знаете? Знаю. Подожди. У нее Лора? Нет. Билик? Нет. Как нет? Это не Билик.
кончится вина. Нет, вообще-то. Нет? Подожди. Да-да-да. Кто это поет? Девка какая-то? Да, девка. Походу, тоже эта песня была в Ранетка. Да. Да, что, да? Лера поет, романтика. Нет. Да блин, в этой песне 100%. Ранетки? Нет, это не Ранетки. Эй, ты! Я знаю эту песню. Да я тоже знаю эту песню. Да, она была в Ранетке. СМС. Нет, мне туда друзья пришли. Сдаетесь? И у всех разные тексты. Нет, ну, сдаетесь? Окей, да, сдаемся. Сейчас перебег будет. Сейчас Грибовская запоет, давай и... Тихо, это не... Это куплет. Да, тихо, тихо, я сейчас... Тихо, ну не смотри. Над... Все, давай, Грибовская, я, да? Да-да-да. I was here. Нет. Нет? Тихо! Я знаю эту песню! Грибовская, да, я не слышу! Я первая сказала! Давай по одному, пожалуйста! Нет! Грибовская, ты видела себя! Ну блин, мы вместе! Я первая сказала, я сказала. Давай я смотрю. Давай включай. Кому? Во сколько? Не один балл. Грибовская ноль. Хорошо. Ой. Могу сказать, это новая песня? Я не знаю. Монатик? Нет. Нет. Сдаетесь? Нет, подожди, я ее, наверное, не знаю. Нет, да, Грибовская. Да, да. Не, ну подожди, можно? Камбэк Михалы, все, ты послушался. Нет. Лобода, нет? Нет. Седокова. Да. Это... Пойди нафиг. Пойди нафиг. Это после того, как ты послушала Бекки, мы не засчитываем. Нет. Нет, Ангелина, там слышно, кто это поет. Да не слышно. Не засчитываем. Все, не засчитываем, ребят, я выиграла. Нет. В смысле ты выиграла? Ты не выиграла. Нет, а, шо, там, я? Там нет, там как Бекки. Я сказала Седокова, хотя я не знаю эту песню. И реально. Давайте, вы это знаете 100%. Вы все знаете 100%. Та-да. Та-да-да. Та-да-да. Это даже в садике было на видео на, под эту песню. Давай, что это за песня? Я не в теме. Ты знаешь, что песня. Люди, да поможи, что это за песня такая? Сдаетесь? Нет. Нет? До последнего. Это девочка поет? Женщина? И не одна. И... Та... Та... И лето... И зима, и лето, может быть, раз в году... Раз в году, да, Ангелина? Блин, там припев, поэтому я знаю. Но не здесь. Да, но я знала эту песню. Ангелина, это нечестно. Как... Я тоже знала эту песню. Грибовская же сказала. Блин, я не знаю, что там припев. Ну, никому? Никому. Это «Куда уходит детство». Да. Ангелина, ты включила? Да. Не знаю, какие. Ты сейчас полюбаться и не знаешь. Мое имя Украина. Да, Тина Карли и команда. Молодец. Все? Песни закончились. Это выиграла? Да. I'm in... Ставишь эту песню «Чемпион». We are the champions. We are the champions, my friend. Подписывайтесь на мой канал и на их тоже, ладно. И оставайтесь со мной, я вас всех очень сильно люблю. И пока!
Все, давай. Все, все, все. Все. Смотри. Давайте, я говорю все, привет. Давай. Да, отлично. Всем привет. И сегодня... Я забыла сказать себя, как меня зовут. Всем привет. Я Саша Григорова. Я знаю. Нижняя подчеркивание. 3-4. Всем привет. Меня зовут Саша. И сегодня на моем канале Ангелина. И... Я вообще-то Аня. Я забыла, как тебя зовут. Вот оставь. Тихо. И всем привет! И я Саша Грибовская. Сегодня на моем канале Аня. Аня. Готовы? 3-4. Всем привет! Меня зовут Саша. Ну, Ангелина. 3-4. Всем. Ага. Еще раз. 3-4.